разведке мало кто верит в его существование. Его называют зимний солдат. Он призрак. Тебе его не найти. Я вступил в щит, чтобы защищать людей. Капитан, чтобы сделать мир чище, иногда нужно поработать метлой. Не всем это по душе. Он быстрый. Сильный. И с металлической рукой. Ты готов пойти на этот шаг? Погибнут люди. Я не могу этого допустить. Капитану Америка нужна моя помощь. Когда начинаем? Уже начали. Цена свободы высока. И эту цену я готов заплатить. Вы сказали никому не доверять. И вот к чему это привело. Всему конец. Решили встать у руля, капитан? Давно пора. И как мы отличим друзей от врагов? Те, что стреляют в тебя, враги.